Добрый день, мои дорогие друзья, и снова с вами на канале Лариса. Сходила вот сейчас в магазин, у нас как раз в доме на первом этаже находится магазин ткани, и решила вот такую ткань купить. Ткань это тик для подушек. У меня от мамы остались подушки, большие подушки, перьевые. И вот, помню, еще у меня дочка просила, мама, говорит, сделай из этих больших подушек две маленькие подушки. То есть это получается 70 на 60 или 60 на 45. Ну, в общем, какие получится. Я купила 1,10 м при ширине, 1,50 м. И хочу сейчас вот прошить. Я от мамы привезла швейную ее старинную, скажем, машинку. Как она прошьет, не знаю, потому что как-то я пробовала, хотела косметичку шить. Половина сделала, половина закончила. В общем, на этом закончила. Смотрю, сейчас опять поинтересовалась. Я говорю, есть ли у вас молния по длине где-то 35-40 сантиметров? Показывают только длинные или совсем короткие молнии, где-то 15-20 сантиметров. Сейчас посмотрю, как у меня будет шить швейная машина, потому что у нее иногда челнок вылетает. От чего вылетает, я не знаю. Ну, сейчас посмотрю, как получится, что получится. Ткань мне очень понравилась, красивая такая расцветка. Здесь она передается по-другому, как-то сиренево-розовый оттенок. Вот. Узоры такие красивые. Раньше были однотонные, но мне вот это вот даже с рисунком больше нравится. Посмотрим. Ткань плотная, хорошая такая. Как раз перья не будет вылезать. Ну, такие. Сегодня что, ну, как сошью, изготовлю это, я вам покажу. Всем пока, спасибо. Добрый день, мои дорогие друзья. Я снова с вами на канале Лариса. Ну что, подушки готовы. Подушки мы привезли, как я уже повторяюсь, из города, из Чувашии. Они были большими, поэтому я их разделила на две подушечки. Делила я это все на улице, чтобы пыль не летал, пух не летал. Ветреная погода была, но ничего, все нормально, все прошито. Шила очень аккуратненько, красивые, как видите, получились. Я очень довольна, очень мягкие, воздушные, легкие. Всех благодарю за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, кому не нравится, обходите стороной, силком не заставишь смотреть видео мои. Еще раз благодарю. Приходите. Пока-пока.